Крым — это самое защищенное место сейчас. Здесь очень классно. Чистое море, широкие протяженные пляжи. Этот номер стоит летом 1500 рублей. Этот номер обшит деревом. Классное решение, здесь пахнет деревом. Вы накладываете сами себе, все взвешивают. И вы, соответственно, платите по 95 рублей за 100 грамм. Так, проходит дегустация. Всем привет, наши дорогие любители Крыма и путешествий. И сегодня мы приехали в прекрасный, всеми любимый курортный поселок. Как его зовут? Рыбачья. Рыбачья! Встречай туристов! Ребята, находимся на одном из пляжей поселка Рыбачья. Ну, хотя эти пляжи разделены условно. Огромные пляжные карты. Видео будет полезное и позитивное. Погнали! Сразу хочу принести извинения за шум ветра, который дует. Действительно, сегодня дует сильный ветер. Вчера шел дождь. Смотрите, пляжи уже готовят. Это пляжи автокемпинга Рыбачья. Пока на автокемпинге людей нет. Когда мы заезжали вчера, а съемка ведется 11 июня 2023 года, там стояла всего лишь одна палатка. Да, люди пока слабо едут в Крым. И нашими видео мы стараемся их сюда завлечь, чтобы люди приехали. Ну, смотрите, какая красота, какие огромные пляжные карты. И сразу, ребятки, вам море. Про автокемпинги на юго-восточном побережье Крыма у нас будет отдельное видео, оно уже снято. И действительно, эта информация будет полезна многим из вас. А сегодня мы хотим вам рассказать, почему именно в Рыбачье. Рыбачье – это протяженные пляжные карты. Пляжи здесь преимущественно галечные. Море сегодня, небольшой накат, небольшой шторм. Но это не мешает людям, которые вышли на пляж, загорать, нежиться на солнышке, купаться. Температура воды уже 18-19 градусов. Но это именно здесь, у побережья поселка Рыбачья. Да, ребята, туристов пока еще мало. Но давайте быть объективными. Во, правильное слово. Рыбачья всегда заполнялась в хорошие времена с 15-16 июня. Ну, а сегодня, как я сказал, на календаре всего лишь 11 июня 2023 года. Да, ребята, в прошлом году, в середине летнего сезона здесь, на пляжах поселка Рыбачья, были толпы туристов, пляжи были заполнены. Ну, а сейчас пока как-то так. Конечно, у тех, кто впервые решит сюда приехать, возникнет резонный вопрос, как же добраться до поселка Рыбачья. Ребята, до поселка Рыбачья можно добраться или на своем личном автомобиле, в навигаторе забиваете Крым Рыбачья, и навигатор вас приводит именно в центр поселка, или же по адресу гостевого дома, где вы решили остановиться. Потом можно добраться из Симферополя на маршрутном автобусе именно сюда, в Рыбачье. Также ходит маршрутный автобус из Алушты. И также из Судака, я не знаю, куда он ходит, но из Судака через Рыбачье ходит автобус. Можно добраться также и на такси. Здесь, возле автостанции, вот за моей спиной она как раз и находится, стоят различные таксисты, которые предлагают экскурсии, трансферы. То есть, если вы отдыхаете именно здесь и вам срочно нужно уехать, и вы не взяли билет, хотя билеты в наличии всегда есть, рейсов очень много, можете подойти к любому из таксистов и сговориться о цене, которая вам подходит. Мы же продолжаем свою прогулку по Рыбачьему, все рассказываем, все показываем. Этот поселок
мы с Ирочкой очень любим. Да, Ирочка? Конечно. Ребята, рыбачить действительно это бюджетный отдых. Отдых здесь бюджетный, спокойный, тихий и прекрасный. Про то, как добраться в рыбачье, мы вам уже рассказали. А теперь мы находимся на следующей пляжной карте. Будем это называть так. Возле пансионата Кулон. Как раз будем говорить, под пансионатом Кулон пляжи находятся. Ну, вот, возле, ребят. Ну, как, как делать трактовку, в принципе, неважно. Будем гулять дальше, все вам показывать, рассказывать. Потом мы расскажем про инфраструктуру. Ну, опять же повторюсь, будет очень-очень интересно. Плюшками запасайтесь, берите большой чайник чая и смотрим дальше. Здесь, на этой пляжной карте, тоже людей немного, но это один из плюсов, ребята. Давайте не будем искать минусы, будем искать плюсы. Потому что можно постелить свою постилочку здесь, уединиться от следующей группки людей и отдыхать, и ничто не будет мешать вашему отдыху. Но такое продлится недолго, потому что многие уже упаковали чемоданы, многие поедут сюда, на юго-восточное побережье Крыма, и многие приедут именно в рыбачье. И я уверен, через какой-то месяц здесь негде будет постелить постилку. Да, пока еще не расставили теневые навесы, пока не установили прокат лежаков. Вот мы видим процесс установки теневого навеса. Ребята готовят, и я уверен, что на следующей неделе он уже будет установлен, будет готов. Так что, ребят, в принципе, все классно. Люди в море купаются. Ирочка, а почему ты выбираешь именно пляжи рыбачьего? Почему ты их любишь? Я люблю за атмосферу. Здесь очень классно. Чистое море, широкие, протяженные пляжи. И отдых, повторюсь, бюджетный. Бюджетный, ребята. Действительно. Да, где-то цены дорогие, но можно походить, выбрать цены подешевле. Ну, что мы видим? Мы видим, что отдыхающие есть. Ребята, не все так плохо, как некоторые говорят, и как иногда я говорю на втором канале. Но, вы знаете, я говорю всегда правду. Я не выбираю толпу людей где-то на пляже, чтобы показать вам, как много, или пустое место. Хотя вы видите, что можно сделать по-разному, можно сделать так, можно сделать это. Но люди есть, вы видите реальную картинку. Так что пока еще мест в гостевых домах достаточно много. Приезжайте, бронируйте. Здесь в рыбачьем огромный выбор гостевых домов, больших, небольших, также частного сектора, где вы можете поселиться и отдыхать на этих прекрасных пляжах, загорать на ласковом крымском солнце, но только не сгорите, и купаться в чистейшем море. Но мы на эти выходные выбрали для себя гостевой дом у друзей. И сейчас вы его увидите, и я уверен, он вам понравится. Вы сами видите, какая переменчивая погода в Крыму, светило солнышко. И небо в какой-то момент затянуло небольшими тучками, стало немного пасмурно. Но все равно это не будет мешать вашему комфортному отдыху в гостевом доме у друзей. Этот гостевой дом находится по адресу Крым, поселок Рыбачья, улица Северная, 14А. Что немаловажно для тех, кто приезжает в Крым на своем автомобиле, возле гостевого дома есть парковка. Ребята, вот она парковочка. Также парковка еще есть возле гостевого дома. И вот там чуть выше есть тоже парковка. Автомобиль можно запарковать. Ну а теперь не будем вас томить. Заходим на территорию гостевого дома. Смотрим внимательно. Ребята, территория очень красивая. Фонтанчик. Журчит фонтанчик. Вы сами слышите. Ирочка стоит на втором этаже, где находится наш номер. Мы сейчас туда пройдемся и все вам покажем. Но для начала общее, так сказать, впечатление об этой территории. Есть беседочка, где вечером можно посидеть. Возле мангальной зоны находится эта беседка. Вы пожарили шашлык, открыли винцо, шампанское, заварили чаек, кофеек. Сидите, наслаждаетесь. Территория достаточно зеленая. Смотрите, вот такой фонтанчик. И вот она, мангальная зона. Мангал стационарный, сделан. Места хватит возле этого мангала всем. Также есть шампура, есть решеточка. Ребята, сделано достаточно классно. Цветочки, зелень. Зелени достаточно много. Этот гостевой дом, он в трех уровнях. Заходим, ребята, на общую кухню.
А теперь давайте зайдем в эту столовую и рассмотрим все подробно. Значит, смотрите, мебель, микроволновка, необходимая посуда, газовые плитки, два больших холодильника. Если вы приготовили себе борщ, большую кастрюлю борща, вы поставили в этот холодильник, потом пришли, разогрели. Есть также рукомойники, их два, ребята, чтобы никто не мешал. Есть вот такая барная стоечка, есть столы, есть телевизор. Шикарно, просто великолепно, тем более, что вы кушаете практически на улице, слышен фонтанчик, шум воды. Ну, а теперь мы поднимемся чуть выше и покажем свой номер. Ирочка радуется чему-то. Это бегония, настоящая бегония в цветочных магазинах. Продается очень дорого. И кала настоящий. Да, ребята, вот это еще небольшой такой маленький акцент на том, какая зеленая территория, цветочки, все прекрасно. По винтовой лестнице мы поднимаемся на второй этаж. Супер, ребята, мне здесь нравится. Честно говоря, я вам, вот мое первое впечатление очень хорошее, и я вам рекомендую забронировать именно здесь. Ну, вы примете свое решение после того, как посмотрите несколько номеров. Это наш номер. Это номер студио. Находится он на втором этаже. Номер очень просторный. Номер этот оборудован своей кухней. Ребята, есть небольшая кухонька. Значит, плита, холодильничек, электрочайник, вытяжка над плитой. Все необходимое должно присутствовать. Ира откроет сейчас шкафчики. Да, она, ребята, есть? Вся посуда есть? Здесь есть, все есть, моющие средства стоят. Значит, давайте начнем с санузла. Есть вот такой большой платяной шкаф. И заходим в санузел. Все сделано качественно. Санузел достаточно просторный, большой. Такая душевая кабинка, умывальник. Ну, классно, ребята, очень классно, очень великолепно. Вы сами видите, в каких светлых тонах все это сделано. Ну, а теперь непосредственно сам номер. Кровать двуспальная. Также диванчик раскладной, если вы приехали с детками. Часть вещей мы, конечно, занесли. И вот такая плазма-телевизор. Также в номере присутствует сплит-система. Классное панорамное окно. Просто великолепно. Это наш балкон. Пойдем посмотрим. Весь балкон наш. И, ребята, этот номер стоит 2500 во время летнего сезона. Здесь нет никакой сетки, там июнь, июль, август. Просто 2500. Если вы приезжаете вчетвером с двумя детьми, этот номер шикарно подойдет для вас. И вот он, весь балкон, ребята, он весь наш. Есть два таких кресла, есть столик, чтобы можно было посидеть, насладиться прекрасным воздухом курортного поселка Рыбачья. А теперь идем смотреть другие номера. Ребята, в гостевом доме у друзей отдыхает девушка. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктория, я из Краснодара. Из Краснодара. А вот скажите, почему вы из Краснодара приехали именно в Крым, а не в Анапу, не на курорты Краснодарского края? Ой, Крым – это любовь на всю жизнь. Я езжу сюда, вот именно в этот гостевой дом, с 2016 года, то есть 8-й год уже. Обстановка в гостевом доме прекрасная, чистота, уют. Хозяева просто отзываются на любой вопрос, очень гостеприимные. То есть вам понравилось из всего того, что вот здесь в Рыбачьем есть жилья, именно этот гостевой дом? А вы знаете, как-то нашла сразу на сайте вот этот гостевой дом. Приехали, все понравилось и полюбилось. Да, есть момент, когда я выбираю что-то, начинаю выбирать что-то другое, надо место дислокации поменять, но все равно я возвращаюсь сюда. Цены вас здесь устраивают? Цены замечательные. То есть в Рыбачьем отдых именно бюджетный, нормальный? Да, да. Ну вот смотрите, многих пугает то, что ситуация с СВО, Крым не защищен, какие-то опасности в Крыму, туристы не едут. Что вы скажете по этому поводу? Вы знаете, мне кажется, что Крым – это самое защищенное место сейчас. Я ни разу не услышала здесь прилетов каких-то и вертолетов. Тишина просто вот располагает к отдыху, к перезагрузке. Ваше ощущение, люди начали ехать в Крым? Ну, начали, но еще не так активно. Наверное, вот чуть-чуть дальше будет вот. Ну, как раз Рыбачье, оно же заполняется где-то с 15-16 июня, в основном всегда. То есть люди еще думают,
ехать, не ехать, ну, я уверен, после того, что вы рассказали им, они обязательно поедут. Пусть едут. Пляж шикарный, чистота на пляже. В любое время, когда бы ты ни пришел. После шторма пришел, на следующий день чисто, все убрано. Море теплое? Пока еще нет. Ну, по вашим ощущениям, сколько вода, температура? Ну, градусов 18 сейчас. Ну, 18 это уже для людей хорошо, особенно кто приезжает издалека. Ну, возможно. Я люблю более теплую воду. Спасибо вам огромное, хорошего отдыха. Спасибо вам, всего доброго. Номера немножко попроще находятся на первом этаже. Стоимость этих номеров 1200 рублей вне зависимости от сезона. Хочу обратить внимание, что возле каждого номера находятся столы и стулья. Это очень классное продуманное решение. Давайте зайдем в этот номер. Это двухместный номер, обычный номер, стандарт. Есть кровать, есть прикроватная тумбочка, есть платяной шкаф, есть сплит-система. Есть небольшой холодильничек, мало того, что холодильники есть на кухне большие общие, также есть в каждом номере небольшой холодильник и санузел. Ребята, в принципе, это все, что необходимо для вашего отдыха. Показываем санузел. Ребята, он, конечно, поменьше, чем в нашем номер-студио, но он есть, он в других тонах. В принципе, я считаю, для двоих человек это великолепное решение, чтобы остановиться в этом гостевом доме и ходить на море, отдыхать и оздоравливаться. Кто-то из вас уже, наверное, присмотрел себе номер, в котором хочется остановиться. Мы же продолжаем прогулку по гостевому дому, гуляем по этим винтовым лесенкам, все снимаем для вас, все вам показываем. Гостевой дом соседствует с обычным домом, в котором живут люди. Это жилой дом. Поднимаемся на второй этаж. Здесь, на втором этаже, ребята, есть великолепное решение. Есть еще одна столовая кухня для приготовления пищи, для собственного приготовления пищи. 4 стола, стулья, все необходимое есть. Есть посуда, есть микроволновка, есть также плитки для приготовления, есть мойка, есть половники, ложки, вилки. И все это, ребята, на свежем воздухе. Здесь также находятся номера. И давайте посмотрим один из этих номеров. Этот номер стоит летом 1500 рублей. Смотрите, ребята, номер побольше, чем на первом этаже. Он двухместный. Также присутствует холодильник, тумбочка, шкаф, сплит-система. И за, смотрите, какое классное решение. Дверь в санузел, она сдвижная. Как в купе поезда. Раз, открыли, закрыли, открыли, закрыли. Но не балуемся часто, чтобы не сломать санузел в розовых таких вот тонах. Супер, ребята, виды просто зачетные, просто великолепные виды. Есть еще один номер рядом, он тоже стоит 1500 рублей. Тоже двухместный номер. Он совсем в других тонах, ребята. Ну, мне здесь нравится. Тоже в санузел сдвижная дверь, тоже есть холодильничек, тоже есть телевизор, тоже есть сплитка. Смотрите, вам дают все. Дают полотенце, постельное белье. В номерах пахнет приятно. Нет запаха цвели, да? Да, классно. А как тебе воздух здесь, Ирочка? Я сюда заехала, я была в шоке. Во-первых, естественно, пахнет морем. Море здесь недалеко, 300 метров всего лишь. И сзади за домом есть горы, то есть еще и горные. Там растут различные сосны, ели. Классный воздух. Следующий номер. Этот номер стоит 1200 рублей. Ребята, Ира, открывай. Давай. Включай там свет. Хорошо. Заходим и смотрим. Ребята, 1200 рублей. Это вообще минимальная цена. Номер не сильно большой, но и стоимость небольшая. Ребята, для Крыма это минимальная стоимость. Есть все необходимое. Санузел, кровать, шкаф, сплит-система, телевизор. Также есть холодильничек. Холодильник. Все есть, ребятки. А теперь мы еще покажем вам еще один номер студию на третьем этаже. Вы только посмотрите, какие великолепные виды с третьего этажа. Да, как я сказал, небо немножко затянуло тучками, погода в Крыму переменчива. И, конечно, возникнет вопрос, сколько же нам от этого гостевого дома идти к морю? Ира, ты знаешь, сколько нам идти к морю?
Ближайшая дорога это 300 метров. Можно немножко в обход. Да, ребята, по прямой. Вот там находится пансионат Кулон. Пансионат Кулон. Вы по прямой доходите до пансионата Кулон. Вниз опускаетесь по лестнице на пляж. Также другой путь можно пройти через поселок. Это два пути или 700 метров в центр к автостанции. Или обогнуть немножко по автомобильной дороге. Где-то километр. То есть, в принципе, пешая прогулка на свежем воздухе, вы только нагуляете аппетит. Ну, не буду вас томить. Давайте заходим в этот номер и показываем. Это номер студио, наподобие как у нас, только на третьем этаже. Но этот номер обшит деревом. Классное решение, здесь пахнет деревом. Значит, телевизор не маленький. Есть также диванчик, кровать, сплит-система. Смотрите, какое классное решение в этом номере сделано. Есть также собственная кухня, вытяжка, плита здесь уже индукционная. Есть вся посуда. Ну, давайте, может быть, чтобы вот, ну, некоторые скажут, обманывает посуда. Какая там посуда? Откроем. Значит, вот смотрите. Вот часть посуды. Вот еще у нас посуда, ребята. Посуда хорошая, нормальная. Также здесь есть у нас ложечки, вилочки. Сейчас я вам покажу. Все это есть. Вы видите, все есть. Есть электрочайник, есть небольшой холодильник, есть также платяной шкаф и зеркало. Ребята, классно. Ну, вообще, номер, вот этот номер мне очень-очень нравится. Стоимость этого номера 2500. Открываем санузел. Большой светлый санузел. Все необходимое здесь для вас есть. Ребята, ну, на этом пока еще все плюшки не закончились. Сейчас будет одна из главных плюшек этого гостевого дома. Кто-то из вас может сказать, да, опять готовить самостоятельно, но в этом гостевом доме есть крутейшая фишка. У хозяина гостевого дома есть кафе, оно также называется «У друзей», находится это кафе на первой линии, возле моря. И для тех, кто будет проживать в этом гостевом доме, действует на питание в кафе скидка 15%. Ребята, это классное предложение, то есть вы проживаете здесь, кто-то может готовить самостоятельно, ну, а кто-то вот устал готовить самостоятельно. Эти борщи, супы, какие-то там мивины запаривать. И решили просто себя побаловать чем-то вкусненьким и великолепным. Вкусной солянкой, вкусными пельмешками ручной лепки. Потому что я знаю, это кафе. Действительно, я сам там кушал. Вы приходите туда, заказываете. И 15%, я считаю, ну, это великолепная скидка. Еще в этом гостевом доме есть стол для пинг-понга, для занятия малым теннисом. Так что вечером в компании друзей погонять шарик будет увлекательно и замечательно. Вы только что увидели небольшой обзор гостевого дома у друзей. Если кого-то заинтересовало это предложение, этот объект для своего размещения, для отдыха, ссылочка на контакты гостевого дома будет в описании. Также будет оставлен личный телефон хозяев. Звоните, бронируйте. И, ребята, несмотря на то, что многих пугает тем, что Крым сейчас пустой. Да, поймите, в рыбачьем сезон начинается не раньше середины июня. Но хорошие, классные, недорогие места могут очень быстро закончиться. И если вам понравилось, звоните. Желательно звоните напрямую хозяевам по телефону, который сейчас идет бегущей строкой. И он также будет в описании видео. Звоните, бронируйте и хорошего вам отдыха. Что касаемо инфраструктуры поселка Рыбачья, магазины, где можно купить различные прохладительные напитки, какую-то еду, они есть. Также есть различные столовые, банкоматы есть, ребята, но не все еще пока открыто. Также кафе «Уют» открыто, чебуреки, шаурма мы неоднократно показывали, разливное пиво и также можно купить различные овощи. Ну вот они, огурчики, помидорчики, цены на огурчики, помидорчики. 130 помидорка, 75 огурчик. По 200 рублей абрикоска, но абрикоска этот не крымский. Конечно, не все точки общепита еще открыты. Ребята, которые здесь готовят на углу фастфуд, шаурму, шашлык и также пиццу, они только готовятся. Идет подготовка к открытию. Здесь же в Рыбачьем вы можете купить различные солнцезащитные кремы, различные расчески. Все для пляжа, все это можно, ребята, приобрести здесь в Рыбачьем.
курортном поселке Рыбачье большое изобилие различных точек общепита, где вас накормят восточной кухней, европейской, жарят чебуреки, продают прохладительные напитки, алкогольные напитки. Вечером можно присесть в одно из этих кафешек с видом на море, откушать свежие блюда, которые вам здесь приготовят. Вы видите, вот такой вот казан стоит, что-то делают, что-то готовят. И все это, ребята, как раз возле моря, первая линия. Возле автостанции Рыбачья находится столовая по-домашнему. Столовая по-домашнему – это сеть, которая работает в Крыму. Здесь вы точно не отравитесь. Конечно, некоторым будут, может быть, не по карману цены. Может быть. И кто-то решит готовить самостоятельно. Ну, смотрите, суп овощной – 65 рублей за 300 грамм. Суп гороховый – 75. Суп грибной – ну, вот такие вот ценник у нас такой. Так, теперь завтраки. Все это есть. 90. Работает шведская линия, ребята. 95 рублей за 100 грамм. 95 рублей за 100 грамм. Ну, давайте зайдем и все вам покажем. Что мы показываем? Только цены. Все вы увидите сейчас в данный момент наглядно. Значит, вы заходите. Вот такой зал, где можно присесть со своей едой. Заходите сюда. Здесь вы выбираете себе еду, конечно же. Еды большое изобилие. Добрый день. Значит, давайте посмотрим. Можно кофеек испить здесь. Различные прохладительные напитки. И вот шведская линия, вашему вниманию. Ребята, вы накладываете сами себе, все взвешивают. И вы, соответственно, платите по 95 рублей за 100 грамм. Вот он, фуршетный стол, все по 95. Конечно, можно набрать столько еды, что будет достаточно дорого. Есть салатики, вы видите, вот салатики. И также есть супы. Супы, фасовка. 100 рублей 300 грамм, это окрошка 450. Чтобы вы понимали, 300 рублей. Грамм это вот. 300 грамм, вот маленькая чашечка. Супы, сметанка, бульончик, борщ украинский. Это 450 грамм. Так выглядит столовая по-домашнему. Также для любителей лимонада, чая и пива можно все это здесь приобрести. Вы подходите вот именно сюда на кассу и рассчитываетесь. Идут люди, добрый день? Да, идут, конечно, здравствуйте. Идут. Никто не жалуется? Да, нет, не жалуются. То есть всем нравится, конечно, все? Конечно, конечно. Все, спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. Если кто-то из вас забыл перед отпуском сделать прическу, укладку, подстричься, также сделать маникюр, педикюр, депиляцию, все это можно сделать здесь в Рыбачьем. Здесь есть парикмахерская, мужской, женский зал, домашняя кухня Ника, кафе Веранда. Ребята, действительно общепита здесь очень много. Как вы уже поняли, что проводя отдых в курортном поселке Рыбачья, вы можете питаться в различных кафе и столовых, которые уже открыты и которые откроются немножко позже. Также покупать продукты в различных магазинах и готовить для себя самостоятельно. Ну, кто-то, может быть, питается солнцем, солнечной энергией. Теперь, что касаемо мобильной сети здесь, в Крыму. Ребята, все, кто ездил в Крым неоднократно, знают, что у нас работает мобильный оператор МТС, это сотовая связь, МТС Кубань. Также местные операторы Волна и Винмобайл. Не везде мобильный интернет очень сильный. И как рекомендация при въезде в Крым, когда вы приехали, купите сим-карту нашего местного мобильного оператора. Это не реклама, ребята. Просто так вам будет проще. Покупайте удобные пакеты, смотрите сразу. Все мобильные операторы, конечно же, в Крыму работают материковые, но они работают в роуминге. Так что имейте это в виду. Наступило время обеда и не мешает вкусно, сытно покушать. То есть подкрепиться. Вы тоже себе накладываете какую-нибудь еду. Мы так вкусно рассказывали вам, где покушать, где что купить. И сами проголодались. Для себя мы в Рыбачьем выбираем кафе у друзей. Неоднократно мы его показывали, хвалили, советовали. Находится оно за нашей спиной. Сейчас опять зайдем, будем кушать, все вам рассказывать и показывать. Так что, как минимум, ребята, как минимум бутербродик вы должны себе быстренько нарезать. Вот так выглядит кафе у друзей. Находится она как раз на проезжей автодороге, которая идет через поселок Рыбачья. Можно помыть ручки. Есть небольшая пепельница на улице. Внутри кафе, конечно, курение запрещено. Заходим, и нас встречает бессменный Егор. Всем привет. Егор, ну, как всегда, здравствуйте. Здравствуйте. Приглашаешь? Да, конечно. Всех. В любом случае, я жду. Пожалуйста, присаживайтесь к нам. И всех остальных всегда ждем. Приезжайте.
Будем очень рады вас видеть здесь. От Егора я слышал, когда мы показали, как мы вкусно кушали пельмешки, они устали лепить и варить пельмени, да? Ну да, да, есть такое. Все требовали пельмешки. Есть такое, есть такое. Ребят, действительно, здесь еда очень вкусная, готовится она тут же. Само кафе небольшое, всего лишь вот такое. Но люди сюда заходят, кушают. Сейчас мы что-нибудь закажем себе и будем кушать. Вы все это увидите. Ира уже вот схватила меню и что-то пытается там выбрать. Немножко пройдемся по ценам. Суп лапша на курином бульоне 180, суп с крикадельками 230, гороховый 250, харчо 300, борщ. Так, есть также шашлыки. Шашлык свинина 100 грамм 230, шашлык баранина 280. Грибы на мангале есть, свиное ребро есть, 100 грамм, 180 рублей. Огромный выбор различных салатов, как есть овощные салаты, так есть салаты. Вот Днестр, например, я люблю, ребята, свежая капуста, ветчина, зеленый горошек, майонез, зелень. Греческие, оливьешки, ну все это есть. Ценник вот на оливье 250 рублей. Крабовые палочки. На гарнир можно взять картошечку фри, пюре, отварную, картофель по-селянски, лапшу, гречку, рис. Цены, в принципе, нормальные. Вот рис отварной 100 рублей, гречка 100 рублей, лапша 100 рублей, картофель по-селянски 200, отварной картофель 150. Как-то так. Ну и различные котлеты, отбивные, все это можно взять здесь. И можно рыбку взять. Пока нам готовят еду, пару слов о том, как оплачивать. Здесь все в рыбачьем. Именно здесь, кафе у друзей, оплаты картой нет. Но можно сделать оплату или наличкой, или переводом. В различных кафе и магазинах, ну в магазинах так это однозначно проходит оплата картами любого банка России. Карты МИР, карты Виза. Все эти карты принимаются, оплаты проходят. Также можно рассчитываться наличкой, участников можно оплатить как наличкой, так и переводом. То есть, в принципе, ребята, все это возможно. И по ссылочке можно оформить карту Сбербанка онлайн, ссылочки будут в описании видео. Можно не ходить в банк, просто переходите по ссылочке, заполняете реквизиты и легко оформляете. Потом в банк идете, получаете только пластик. Так что переходите по ссылочкам ниже и оформляйте. Нам уже принесли салатики. Я взял себе Днестр. Ирочка взяла себе холостяк. Салат холостяк, капусточка, что-то да, еще там такое. Смотрите здесь, что так, молодая капуста, огурец, зелень, растительное масло, легенький такой. Итак, я дождался горячего. Первый я заказал себе суп лапша. Ребята, дегустация. Также Ире принесли картошку и котлеты. Показываю. Я заказал себе еще отбивную. Хотя я, наверное, вот все вот это сейчас возьму и быстро съем. Ну, давайте перейдем к супу лапша. Дегустация. Горяченький, это точно. Вкусный, наваристый. На, а домашнего, на курочке яйцо есть. Курочка есть, ребята, все это есть, отбивная есть. Супчик не заказывала? Нет. А, Ира супчик не заказывала. Так что, в принципе, ей все принесли. Так, проходит дегустация, Ира будет дегустировать картошку фри. Ну, давай что-нибудь начни быстрее. Котлетку. Котлетку, да? Котлетка. Котлетка какая-то там... По-дворянски. По-дворянски. То есть, съел котлету, стал дворянином. Хорошо. Блин, ребята, это сказка, куриная. Не классная. Разговаривай с набитым ртом, просто кивни головой, я вижу, вкусная. Да, ребят, здесь очень вкусно, очень хорошо. Сколько вышел нам наш обед, мы вам скажем в конце. Всем приятного аппетита. Итак, ребятки, наели мы, да, немало вроде, да. Ну, в принципе, ребят, еда вкусная, нормальная. 1250 составил чек. Скидка 15% за то, что мы проживаем в гостевом доме у друзей. Итого 1000 рублей 50. 1050 всего лишь. Мы объедись, правда, очень вкусно. Вкусно, да, Ирочка? Очень вкусно. Вы знаете, были бы здесь шезлонги какие-нибудь, я бы тык, заснула бы сразу. И заснула. Сытно. Вроде немного я съела, две котлетки, там фри и легкий салат. Классно. Наелись, наелись, действительно вкусно, сытно. Ну, думаю, вы тоже что-то или перекусили, или полноценно покушали.
Мы, наверное, аппетит тоже раздраконили. Ну, что еще сказать, ребят, да, добавить-то особо нечего. Честно говоря, да, вы видели, что не совсем заполнены пляжи в курортном поселке Рыбачье, что еще не все открыто. Но не забывайте, что такое продлится совсем недолго, поэтому, если вам понравился отель у друзей, звоните, бронируйте. Еще раз напомню, телефоны хозяев и ссылочки, где бронировать, в описании видео. Сразу под видео открывайте описание и смотрите. Ну, в принципе, приедем в Рыбачье, наверное, может быть, чуть позже. Может быть, в августе, может быть, в конце июля. Да, обязательно еще раз снимем Рыбачье. Мы большое Рыбачье любим. Ну, а на сим, наверное, не смеем вас задерживать. Это видео, наверное, закончим на сегодня. Да? До встречи в следующих видео. Видите, как она медленно и тихо говорит? Она объелась. Я объелась и спать сразу захотела. Все, ребятки, всем пока.